Так, дружище, привет. Уже не знаю, какая попытка записать этот обзор. Я этот обзор вообще должен был записать очень давно. Мне даже выслали на эту игру два ключа, попросяли меня снять видос, но что-то я как-то там все потом и не мог найти напарника для себя. И у меня, по сути, как я понимаю, ключ второй остался не активированным, потому по ссылке в описании можете перейти в телеграм-канал. Я там оставлю ключ от этой игры, и кто из вас первый успеет, тот, конечно же, и активирует эту игру. Это игра Beeped. Ее конкретно продвигали на Ютубе и на Твиче, очень часто за деньги, но мне просто прислали ключи, за что спасибо. Ну, единственное, что я все сроки профукал, не снял эту игру вовремя, и вряд ли мне еще что-нибудь кто-нибудь когда-нибудь пришлет, но не суть, и просмотров нет. Короче, все грустно, ты просто свой княжеский лайк поставь. Очередной раз пытаюсь записать это видео. Вот, новая игра, сейчас тут начнется наркомания, движуха. Меня зовут Саша, вы на канале Князь. Еще раз напомню, если Хелнубис не активировал ключ, а он меня послал с записью этой игры, он что-то там был, болел или трахался, не знаю, чем он занимался. Ну вот, ключ оставлю у себя в телеграм-канале. Да, тут игру, какая-то наркомания, окей. Вообще, эта игра, наверное, для стримов, и эта игра для кооперации, да, с другим игроком. Блин, понизил звук, все равно очень громко. Так, видите, кооператив, совместная игра по сети, соло. Слушай, ну давай соло попробуем. Тренировка двуножки. Ну давай тренировка двуножки. Окей. Привет, космический помощник. Прежде чем отправиться на голубую планету, тебе надо подготовиться. Ну давай. Давай потренируемся, попробуй поднять правую ногу. Тут прикол заключается в том, что даже когда ты заходишь в игру, тебе сразу говорят, для более лучшего опыта в этой игре тебе потребуется аналоговый джойстик, понимаете? А у меня джойстик только от Sony PlayStation, и вряд ли его можно подключить к компьютеру. Управляй правой ногой при помощи... Окей. Ну давай. Подними правую ногу и коснись желтых меток. О! О! Наступай на метки. Да, наверное... Наверное, с джойстиком легче. Определенно, наверное, с джойстиком легче. Теперь другую ногу. А как другую ногу? О! Все, понятно. Окей, все, я понял. Мне больше для жизни ничего не надо. Давай, опускаем. Все хорошо. Просто супер управление. По очереди сдвигай и пробуй идти. Господи, это сложно. А, я должен именно наступать, куда они захотят? Ты прикинь, вот так вот мышкой ходить. Ну, это реально запара. А, в принципе, смотри, можно быстро ходить. Можно быстро ходить. Реально какая-то наркомания. Дальше ты будешь действовать самостоятельно. Ну, я уже понял. Давай. Так. Оп, оп. Подожди. Так. Оп. Ай! Нормально, нормально. Так. Это, знаете, напоминает игру, там, где мы с Да твою! Ой, я успел! Где мы с Хелнубисом проходили, там тоже надо было изгаляться. Какие-то там головоломки проходить. Да, на Sony PlayStation, наверное, мне лучше всего играть. Ну окей, идем дальше. Оп-оп-оп, смотри, как я быстро, я почти бегу. Так, это что, противник? По гладким поверхностям? Что? Он что, пердит и катится или что? Давай скользить вместе. Окей, ну давай скользить вместе. О, слушай, а так намного удобнее ходить. Все, окей, понятно. А, ну это если гладкие поверхности. Все, тут могу скользить. Ну и все, я скольжу, дальше что? Ну и чё? А, можно, во, вот куда мне нужно. Нормально, я покатился куда-то.
Это прям GTA 5 какая-то. Воу! Привет, давненько я не видел двуножку. Как тебе космический полет? Ну, послушай, самая полезная часть двуножки — это ноги. Пользуйся ногами с умом. Попробуй открыть ногой вон тот ящик с сокровищами. Господи. Все, открыл, нормально. Твои ноги способны на многие. Используй их почаще. Впрочем, выбор у тебя все равно небольшой. Ну да, как бы тут кроме ног ничего не используешь. Давай, пошли. Подожди, оп, оп. О, а тут я могу пердеть. Все, я полетел пердеть, все нормально. Нормально, нормально, пропердел, все хорошо. А, тут надо ходить. Оп, оп, смотри, я могу. Оп, 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 оп. Оп, 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 смотри, такой. Оп, 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 оп. Ааа, бля! Нормально. Оп, 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 смотри. Оп, все, попердели, попердели, попердели. Нормально. Нормально, все, проперделись. Ой! Ничего себе. Я упал. Так, еще раз. Тут покатались, покатались, попердели. Что-то позабирали. Слушай, тут, конечно, можно вылететь вообще в одно место. Теперь наверх. Пердим наверх. Мне, а как мне запрыгнуть? Во! Так, ты знаешь, как открыть ворота? Нет. А, ну можно найти и нажать. О! Нормально, ворота открылись. Все, пошли. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, попердели. Короче, тут уже просто весело даже обучение проходить. Я боюсь представить, что там будет на уровнях. Не знаю, лепите лайки, если хотите. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Че за хуй? Оп-оп! Давай-давай. Так. Оп-о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 п. Нормально, нормально. Нормально. Я готов. Так. Сюда. Оп-оп-оп-оп-оп. Давай, попердели. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Валим. Нормально, все нормально. Тут я могу пердеть. А стой, а куда мне надо? А что вообще мне надо делать? А! Я просто натупил. Все. Потопали, потопали, потопали. Все, попердели. Попердели, прыгаем. Нормально все. Ящик с сокровищами. Нормально. Бабулесы взяли. Идем дальше. Попердели. Попердели. Ну и чё? О! Открылось. Нормально. Головоломочку прошел. Так. Окей. Все нормально. Халяву всю собрал. Идем дальше. Тренировка закончена. Настоящее испытание только начинается. Ясно. Окей. Давай. Сигнальные маяки какие-то активировать. Задание выполнено. Так, тренировка закончена. Замечательно. Продвигаемся дальше. Ну давай, давай, что там? Графика прям умопомрачительная, ребята. Брызгаюсь вообще. Графика там мое почтение. Так, маяк включен. Короче, я как-то плохо, судя по всему, тренировку. Вот, прошел. Задание включить все маяки на земле. Густой лес, окей. А, видишь, тут магазин есть какой-то. Так, пошли в густой лес. О, те божечки. Ох, ничего себе, что это там летит? Ну-ка, давай. Тут реально, походу, играешь только одной мышкой. Ох, ничего себе, я знал, что ты прилетишь. Шторм вывел из строя маяк, и всех охватила паника. Можешь его поскорее починить. Нам-то здесь и так светло, а вот галактическим путешественникам свет маяков очень важен. Он указывает им путь к Земле. Тебе, наверное, миллион раз говорили, что мне все равно нужно тебя проинформировать. Мы прибыли на Землю, чтобы построить дорожки, соединяющие маяки по всей планете. Так ты сможешь быстро добираться до маяков, чтобы ремонтировать их. Окей. Это нелегко, но я уверен, что ты без проблем отыщешь путь. Ясно, давай. Опа, так. Оп, оп. Оп,
Возьмите. О, нормально. Я открыл. Все, пошли. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Я маленькая какашка. И мне живет несладко. Осторожно с этими странными платформами. Они очень нестабильные. Окей. Подожди. В ящике, наверное, что-то есть, да? Зачем это мне надо? Ну, а, хорошо. Ой, блядь! Ой, блядь! Ой, блядь! Нормально, успел. Так, тут что? Короче, тут какое-то задротство. Это надо для стрима делать. Это надо для стрима делать что-то. Или с кем-то проходить, я не знаю. Наркомания. Так, и там надо, чтобы все желтенькое было. Оп, оп. Реально себя чувствуешь каким-то пьяным? О! Все, я прошел. Я красавчик, попердели. Шарик какой-то. Возьмите. Сейчас возьму. Взял бонусы. Окей, пошли дальше. Попердели. Попердели. Ба! Ну-ка, подожди, еще раз. Блять, я застрял! Подожди, еще раз. Слушай, а если пердеть? На мышке это сложно. Так, попердели, попердели. Оп, разогнались и упали! Да что ты будешь делать? Давай. Упали. Так, ладно. Я знаю, что делать. Так, вот так. Да ёб твою мать! Это, походу, не для меня игра. Это не для меня игра. Так. Идем просто, не нервничаем, просто идем большими шагами, и все у нас будет хорошо. Давай, 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 давай. Оп, 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 оп. Оп! Давай, пошли. Оп, оп, попердели. Так, тут камень, тут еще что-то. Нам мешает пердеть, попердели, попердели. Так, забираем какую-то штучку. О, божечки. Тут какие-то бонусы. Их надо забрать. Я вообще видео уже хочу закончить, но их надо забрать. Ой, там еще бонусы. Они сейчас исчезнут, что ли? О-о-о, все, пропердели, все забрали, мы молодцы. Поднимаемся наверх. Все. О, подожди, морковку. Короче, не знаю, ребят, я не могу больше играть, я не выдерживаю. Я сейчас разобью монитор, потому что... Или разобью мышку, просто моя мышка не готова для этого. Еще раз напоминаю, кто поставил лайк, молодец. В телеграм-канале оставлю второй ключ для этой игры. Игра называется Beeped. Но я знаю, что многим людям, короче, по приколу такие игры, в особенности, если в кооперативе проходить. Я думаю, что там еще огромнейшее количество головоломок. Я как бы не скажу, что она плохая, да, но она просто не для меня. Единственное, что я, конечно, очень жалею, что мне не заплатили денег за обзор этой игры. Вот, кому нравится, вот. Короче, все, всем удачи. Пока.